символичен, каждая ячейка орнамента, она о чем-то рассказывает, о положении, о местности, в которой человек живет. Эти вот все узоры читаются. Мы видим, что у Александра Тальча все хорошо, я соединяю по узору. Дудук. Народный инструмент, который делается вручную из дерева абрикоса. Этот инструмент выражает всю душу армянского народа. Выражает и радость, и скорбь, и печаль, и надежду. И сейчас прозвучит известнейшая песня, которая называется «Осилу-силу». В переводе «Как что называется?» Но она такая грустная. А сейчас называют Мянь-Мянь-Серов. Но у нас такая судьба у армян. Ну, что поделаешь. Все это так. Идет достоинство. Чумотеца, серти изгахнике, инчу имаца, мянех сиро, еске сети, пальцо анира, таваджанети. Мянмех сиро, еске сети, вальдо анира, даваджанети. О, красавица, ты явилась мне, словно радуга в черно-белом сне. А скажи, зачем?